Здесь работают настоящие герои, считает волонтер Лада Жаркова. Девушка – одна из участников всероссийской акции «Мы вместе». Самарские активисты решили поздравить врачей с профессиональным праздником и нарисовали перед зданием инфекционного отделения клиник СамГМУ большую яркую надпись «Супергерои среди нас». Именно медики трудятся, бесконечно работают, это безумно сложно, и мы решили их немного порадовать, подарить радость и придать немного сил. В инфекционном отделении клиник СамГМУ сейчас проходит лечение больше 80 человек с коронавирусной инфекцией. Персонал лечебного учреждения трудится круглосуточно. Врачи признаются, работа напряженная, и всегда приятно, когда твой труд замечают и ценят. Любой факт внимания к нам очень приятен, потому что, ну, когда население не против нас, а с нами, когда мы общаемся не только с жалобами и какими-то обращениями, а когда мы общаемся с благодарностью в любом виде, нам это дорого и очень приятно. Также волонтеры передали инфекционному отделению индивидуальные средства защиты. С Общероссийским народным фронтом и также Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» регулярно помогаем медицинским организациям средства индивидуальной защиты. Это и маски, и очки, и костюмы, и бахилы, шапочки, очки, защитные экраны, которые необходимы для наших докторов. Всего привезли 850 средств индивидуальной защиты. В планах волонтеров передать такие наборы и в другие лечебные учреждения региона. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События».